Переговоры? Это не я, еще раз подчеркиваю. Это Кедми вам рассказывает, дорогие патриоты, что переговоры между Россией и Украиной – это конец России. Россия вперед! Ну, дальше я вам рассказывал, куда, так сказать, планировщик ведет, понимаешь ли, дело. К разделу Украины и к образованию новой Хазарии. Для чего? Для исхода евреев из государства Израиль в красивые, понимаешь, теплые, замечательные черноземы южных областей Украины. Новая Хазария, это Новый Иерусалим. А это какие области? Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Днепровская и Запорожская. Это план. Я вам рассказываю про план 5 приморских областей Украины, примыкающих к Республике Крым. Название было «Небесный Иерусалим». Говорил этот шейх Ясин, что государство Израиль не будет примерно так 22-25 год. Дух истины глаголит через пророков, через тех, которые, так сказать, имеют контакт с миром невидимым. И уже только потом, в 12-м году, не очень любящий сионизм тяжеловес политический Генри Киссинджер два раза сказал газете «Нью-Йорк-Пост» и подтвердил это, что через 10 лет, то есть к 22-му году, государство Израиль не будет. Говорил, что исход евреев, переселение евреев из государства Израиль на эту Хазарию произойдет с 22 по 25 год.